В составе группы компаний «Форес» 7 производственных предприятий и 3900 работающих. Совокупная выработка по всем предприятиям достигла 70 тысяч тонн пропантов в месяц. По сравнению с началом года выработка выросла более чем на четверть. Увеличение производства влечет за собой появление новых рабочих мест. В ближайшее время на «Форесе» в нашем городе появятся вакансии для рабочих. К тому же холдинг развивает политику ресурсосбережения. В ноябре намечен ввод в эксплуатацию станции очистки сточных вод. Стоимость ее проектирования и строительства – более 17 миллионов рублей. Станция позволит не только уйти от сброса сточных вод в общегородскую систему канализации, но и позволит снизить водопотребление, возвращая очищенную воду в производство. Выделяются значительные суммы на модернизацию систем аспирации с целью снижения сокращения объемов отходов производства и выбросов пыли в атмосферный воздух, а также потерь сырья.